Сегодня мы сыграем в экстремальные прятки в Майнкрафте. Кто-то становится искателем, а кто-то тем, кто будет прятаться. И задача искателя — поймать того, кто прячется. По всей карте будут разбросаны сундуки, в которых будут предметы. Задача того, кто прячется, — найти все эти сундуки, скрафтить все нужные предметы и взорвать главный вход, чтобы сбежать. А задача искателя — ему помешать. Ну а перед началом видео обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ведь для вас это свой секунда, а мне приятно. Ну что ж, мы начинаем. Погнали! Сейчас я могу выбрать 3 рандомных предмета. Так, я выбираю, и у меня есть картина, 2 бочки и 2 железных блока. Я думаю, что это нормально. И время уже началось, нужно уже прятаться. Здесь есть много мест, где можно спрятаться. Но давайте я спрячусь в этом доме. Он был ближе всего. Так, я думаю, на втором этаже. Нет, здесь не хочу. Так, надо думать, где-то найти. О, сундук. Ой, я нашел уже первый предмет, это очень хорошо. И у меня только что появилась идея. Что если мы здесь поставим 2 бочки и закроем вот это окно? Через это окно можно пройти в это здание и в другое здание. Мы вот здесь вот просто спрячемся, и все. И если вдруг он будет где-то близко, то мы закроем это окно железными блоками. Я думаю, что это будет очень круто. Так, все, он начинает искать. Надеюсь, он меня не найдет. Конечно, это место очень палевное, но мы попробуем как-то здесь спрятаться. Если он нас, конечно, найдет, то надо будет очень быстро отсюда как-то сбежать и начать поиск сундуков. Но пока меня ищут, ребят, поставьте лайк на это видео, потому что я очень стараюсь над роликами, и я хочу, чтобы вы смотрели самый лучший контент. Так вот он стоит, смотрит. Если что, у нас есть такие вот крюки, которыми можем забираться на здание, и он там просто гуляет, что-то забирается, а я просто здесь сижу на шифте, он не видит меня. Так, он где-то наверху. Ладно, я думаю, что нужно уже сбегать. Ломаем здесь стекло, и все, улетаем отсюда. Просто улетаем. Все, мы улетели. О, нет, он меня увидел. Он меня увидел. Бежим, бежим, бежим. Потому что я увидел, как его крюк был на том же месте. Так, все, быстро бежим. Я увидел его ник. Он сейчас за мной бежит. Так, пацанка, наверх, наверх. О, сундук. Так, забираем предметы. Все. Так, где он? Где он? Он где-то внизу. Он где-то внизу. Да вот он. Он пытается взобраться. Так. Стоп, стоп, стоп. У него что-то не получается. А вот он. У него не получается вообще. Все, можем здесь просто сидеть и отдыхать. У него вообще не получается. О, нет, у него получилось. Бежим, бежим. Что? Вы это видели? Я хотел сам перебраться на другое здание, но я случайно его задел своим крюком, и он сам улетел. Это очень круто, так он за мной бежит. Все, он уже почти меня поймал. Так быстро. Если что, он должен на меня надеть наручники. Бежим скорее, просто бежим. Что происходит? Так, скорее, тут всякие забираться надо. Бежим, бежим, просто. Так, вот здесь есть какое-то здание. Что делать, куда взобираться? Так, наверх, давайте наверх. Так, все, на другое здание. Бежим, бежим, давайте в это здание. Быстрее, нужно как-то оторваться от него. Так, открываем дверь. Стоп. Давайте попробуем, давайте попробуем. Что сработало? Бежим, бежим. Это реально сработало. Он меня вообще не увидел. Все, бежим. Здесь есть заброшенная заправка. Здесь должно быть... Здесь должны быть какие-то сундуки. Он меня вообще не увидел. Мне очень сильно повезло. Так, давайте здесь мы пока что спрячемся. Вот он где-то там гуляет. Сейчас, наверное, сюда прибежит. Он уже в здании, он уже здесь. Так, просто сидим. Неужели он меня не увидит? Он ходит, что-то смотрит. Все, он уходит. Он меня не заметил. Мне очень сильно повезло. Так, нужно здесь все проверить. Я думаю, здесь должно быть что-то интересное. Так, здесь нету ничего. О, железный слиток. Это очень хорошо. Так, ладно, нужно уже убежать отсюда. В другое место перепрятаться. Нет, он уже здесь. Он увидел мой ник. Бежим. Нужно просто куда-то бежать. В какое-то другое здание. Что-то придумать, чтобы от него оторваться. Так, быстрее бежим. Куда, на какое здание? Что делать? Так, давайте сюда наверх. Не, не получается, быстрее. Так, на другое здание. Просто бежим. Он где-то там сзади. Вот он сзади, я его вижу. Он там сзади бежит за мной. Так, что делать? Куда? Давайте вот на это здание. Быстрее. Все получилось. Так, хорошо, хорошо. Что теперь? Сундук. О, песок, это очень хорошо. Так, там еще один сундук.
Так, все здесь забрали. Здесь у нас порох. Так, мы уже так много насобирали. Здесь пока что его нету. А вот он, я его вижу. Он меня тоже увидел. Бежим, 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 бежим. Скорее, скорее. Так, давай, бежи. У меня два сердечка, два сердечка. Неужели он меня сейчас поймает? Нет, нельзя. Нужно просто бежать. Вот он сзади, вот он там стоит. Я думаю, вы его тоже видите. Все, он бежит за мной. Нужно как-то что-то найти. Так, я здесь нашел секретный проход. Я не знаю, ли он здесь его найдет. Так, здесь есть сундук. Кремень, это хорошо. Так, сидим. Просто сидим. Не знаю, ли он меня увидел или нет. Так, вот он забирается. Он пробует забраться сюда. Нужно что-то придумать. Там я уже был, там я нашел предмет. Так, давайте на это здание. Где он? Давайте вниз. Вот он опять! Бежим! Почему я туда спустился? Он прям там был. Надо сбежать. Так, сюда. Теперь куда бежим? Не знаю, куда бежать. Давайте вот это здание. Давайте попробуем тот же самый трюк провернуть. Он меня увидит. Так. Да, да, увидел, бежим. Бежим, наверх. Зачем я наверх? Там нету выхода назад. Быстрее бежим. Куда я вообще побежал? Бежим, скорее, скорее бежим. Вот так, быстрее, пока он там бежит. Быстрее, нужно скрафтить огниво. Давай, давай, скорее, скорее. Все, скрафтили, мы успели. Один предмет мы уже сделали. Нам осталось только сделать динамит и взорвать выход. Бежим куда-то в какое-то здание. Что, тут есть какие-то маленькие домики. Давайте за это дерево. Все, спрятались. Так, он меня увидел, бежим. Давайте сюда, что тут вообще, я здесь еще никогда не был. Здесь какая-то маленькая комната. Так, неужели он меня не увидит? Походу, он меня потерял. О, нет. Нет, зачем я вышел, он меня увидел. Так, скорее сюда. Здесь есть какая-то дверь. Так, отпихиваем его от себя. Все, бежим, бежим. Куда бежать, я не знаю. Так, ребят, я оббежал здание, здесь есть какая-то комната. Он бежит, так, здесь паутина, нет. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Так, все. Здесь есть сундук, это хорошо. Так, давайте сначала спрячемся. Он там наверху, он где-то там ходит. Надеюсь, что он меня не увидит. Пожалуйста, он прямо вот здесь близко. Он пошел в другой угол. Так, вот сундук, давайте я быстренько возьму предмет. Так, у нас уже 5 пороха и 1 песок, это хорошо. Он просто прошел мимо, он меня не видит. Он спустился куда-то вниз. Так, все, выбегаем, нужно быстро отсюда сбежать. Так, здесь куча паутины. Нет, я уже застрял. Нет, нет, нет. Давай скорее, он уже сзади, он уже сзади. Скорее бежим, все, бежим. Так, нам осталось еще много предметов. Хотя, я думаю, еще немного. Нам нужно еще немножко песка и все. Быстрее, просто бежим. Он там сзади за мной бежит. Скорее, просто надо искать эти сундуки. Я уже практически в всех зданиях был. Я не знаю, где тут еще могут быть сундуки. О, здесь очень много сундуков. Я думаю, здесь должно быть что-то. Давайте мы их всех проверим. Надеюсь, он там где-то далеко. Он пока что меня не видит, это хорошо. Так, проверяем эти сундучки. Тут ничего. Бочки. Тут тоже ничего. Это странно, здесь не будет ничего. Так, почему здесь так много жителей? Они мешают. Так, ладно, я поднялся на второй этаж. Посмотрим, ли здесь есть что-то. Так, здесь есть бочки. Он поднимается сюда. Да, он поднимается сюда. Тут песок, это хорошо. Забираем песок. Он уже тут, он уже тут. Нет, 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 давай, бежим, бежим, бежим. Так, поднимаемся на здание. Случайно упал, ничего страшного. Нет, не он меня увидел. Я думал, что он меня не увидит. Скорее, бежим. Так, вот здесь какое-то здание, здесь еще не был. Быстрее, давайте здесь спрячемся. Он идет. Нет, ребят, меня поймали. Все, ребят, я застрял в таком маленьком здании, где не было выхода назад. Поэтому меня и поймали. Это, конечно, не прикольно, но я не смог выполнить этот челлендж. Вот здесь есть тюрьма. И все, конец игры. Ладно, ребят, я надеюсь, что это видео понравилось. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а всем удачи и всем пока-пока!